Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами Genium, снова Маджика. Сейчас мы будем проходить 12 главу, это последняя глава. Должны встретиться с главным злодеем, собственно говоря, его убить. Посмотрим, что из этого получится. Вчера мы проходили 11 главу довольно долго, довольно муторно. Думаю, здесь все будет проще. На сей раз они сошлись с Фафнером и умудрились почти его добить. К счастью, я, то есть Влад Грядущий, успел вовремя вмешаться в ход сражения. Так волшебники обрели знание о том, как заманить Асатуры в мир смертных. Теперь они готовы к сражению с величайшим демоном в истории. Так, значит, Влад нам все еще рассказывает сказки. Собственно говоря, он непонятно, то ли мешает нам, то ли помогает. Ну, сейчас посмотрим, что из этого получится. Мы телепортировались к Гримнеру. Мы знаем Асатура легко. Материализация. Собственно, с материализацией мы хотели к Фафнеру. Так, смотрим. Так. Мне кажется, это подстава какая-то. Круто. Сейчас опять драться с Владом. Да? Это шикарно же, а. Включаем, значит... Да, умирай. Ты как в первый раз был мною повержен довольно легко и просто, так и во второй раз ты таким же оказался. Так, кстати, материализацию надо посмотреть, что это вообще за маджика. Та-та-та-та-та, материализация. Вот нифига себе. Луч, пар, молния, щит, луч. И это я должен буду сделать на скорость. Да никогда в жизни этого на скорость не сделаю. Ну ладно, предположим, что сделаем. Смотрим, побежали. Портус. Так, это мы уже видели, это нас телепортировали, Влад сам исчез. Ага, вот, собственно говоря, Гримнер. Гримнер, наверное, сейчас немножко ничего не понимает. Конечно. Так, быстренько, у нас есть супер-чудо-меч. Попробуем его использовать. Пьем-пьем. Так, мы помним, значит, что Гримнер вызывает своих... Ох, вот этих вот чувачков. Так, собственно говоря, у нас в жизни-то осталось совсем ничего. Сейчас, ну давай, пару ударов, ну, дорогой, ага. По-любому это сигнал. Так, луч. Луч. Это. Луч, это. Угу, зашибись, сделали, да? Собственно говоря, а мы бы в душе не сделали его. Если уж на то пошло. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, основная эта проблема. То, что щит-то пропал. Так, слушайте, чудо, наверное, надо умирать. Чудо меч-то пропал, это очень плохо. Так, а мне тут пришел мой КТ и грызет мой микрофон. Так, я без джедейского меча, там не очень плохо будет. Портус!
все, побежали. Мы гримнером быстренько распределяем. Так, собственно говоря, вот он. Кот и оторвал мне микрофон. Да-да-да. Главное вовремя включать броню. Угу. Давай еще пару ударов и да, вот он появился. Этот, молния, щит, это, катализация. Да знаем, сейчас мы с тобой разберемся. Давай, Асатур. У тебя вообще как тузик грелку сейчас порву. Ну же, Сатурчик. Угу. А, сейчас все, Гримнира, по ходу дела, убьют ненароком так. Ну давай, красавчик в желтой одежде. Сейчас мы с тобой пообщаемся. Тут. Так, быстренько залечиться. Так, ну. Делаем таким сочетанием. Слава богу, у нас посох дает нам невосприимчивость к молниям. Гори, моя звезда. Метеоритный дождь. Да легко. Вот это у него лечение. Давай, гремни. А Сатурчик? Слушайте, он варп поставил. А, нифига себе, он как мазершип поставил варп. Меня должно было туда засосать, по ходу дела. А Сатур, да ты вообще никакой. Вот реально. Три повара были раньше мощнее. А разработчики-то тащатся по Звездным Войнам-то вообще не по-детски. Смотрите, мы с лазерным мечом. И такая сцена из конца, да, вот, Звездных Войнов. Вот они, три наших ученика. Всего доброго. Всего доброго, дорогой. Ну что ж, друзья. Мы наконец-то прошли игру Маджика. Было довольно интересно, довольно сложно, конечно. 11 глава, это самая жесть. Ну, если бы не мои руки. В общем-то, с вами был Genium. Спасибо за то, что следили за моими стримами. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Следующим мы, наверное, будем проходить игру Vessel. Так, для развлечения. А потом уже посмотрим. Спасибо вам. Всего доброго. С вами был Genium. Играйте в хорошие игры.